организатором проекта, нашему молодежному совету, который написал проект, да, отправил в программу, где все-таки они, скажем так, получили грант, выиграли. И вот это то, что сегодня мы видим, конечно, это большая заслуга нашей молодежи. Рядом. Пришел я к теме площадки для дрессировки собак для, ну, в связи, во-первых, с тем, то, что сам завел собаку. Я понял, что у нас в городе нету отведенного специального места для того, чтобы заниматься дрессировкой. И, в принципе, такое место, которое было бы отстраненное от городской суеты, от машин. В принципе, здешнее место, оно предоставляет возможность позаниматься собакой и в тишине, и в спокойствии. Раздражителей тут мало. Мы здесь установим забор. Он крайне необходим. Мы здесь поставим и лавочки, урну обязательно поставим, она у нас имеется, ее осталось только монтировать. Также поставим еще некоторые элементы для ухода за собакой, для отдыха. Также здесь еще есть свободное пространство для того, чтобы ставить именно переносные какие-то тренировочные элементы, там туннели, например, какие-то еще барьеры и так далее. Вместе. Так, раз, два, пошли, три. Пошли. Здесь мы сидим. Сидеть. Мне кажется, он уже наелся, ничего не хочет. Да. Он уже не сидеть, а есть хочет. Сидеть. Бас. Скажите, а вот сразу, пока здесь стоите, вот нужна эта площадка? Нет? Конечно. А зачем? Какой энтузиазм. Но это общение, это раз. Они вот у нас очень общительный парень. Потом это физическая нагрузка. Чтобы не на диване лежать, а вот так мы с ним вдвоем здесь побегали. Уже для здоровья тоже плюсик. И вообще... Если будут занятия групповые, то будет классно. Ай, молодец какой! Вообще замечательно, что у нас появилось такое место. Очень хотелось всегда позаниматься со своей собакой. Не только в условиях поля, полевых, но и специально организованных. То есть я совершенно за, поддерживаю, моя семья тоже. Наши собаки уже 7-й год, и мы вот, нам не хватало, честно сказать. И насколько я знаю и других собаководов, мы все с радостью ожидали этого события. Молодец. Как зовут? Ричард. Ну, как у вас, как король, да? Ну, так английский кокер-спаниель. Ну, да. Как считаете, вот такая площадка нужна здесь? Конечно, нужна. А зачем? Ну, тренироваться, и он у нас активный очень, чтобы всю активность убирать. Ну, в принципе, вообще полезная штука. Ну, еще бы для выгула, конечно. Уважаемые жители Ивангорода, приглашаю вас на площадку для дрессировки и воспитания собак. Ждем здесь как ивангородцев, так и иногородних посетителей. Все элементарно просто. В группе ВКонтакте можно посмотреть геолокацию, где находится эта площадка. Группа называется «Комфортная среда для собак». Я думаю, вы ее найдете. Приезжаете, берете с собой вкусняшки, поводок обязательно. Если собака склонна к агрессии, надеваем намордник, уважаем других посетителей данной площадки. И занимаемся, дрессируем собак. Также можно через группу договориться о занятии с кинологом, посетить данную площадку с кинологом. Видишь,